Ротвейлер Ольбурт Максимус, сокращенно Макс, появился в семье Марины Алиевой 9 лет назад. Несмотря на грозный вид, Макс хорошо ладит с детьми и уживается под одной крышей с другими домашними питомцами. К воспитанию друга семьи Марина подошла ответственно. Макс участвует в выставках собак с самого детства. За его плечами титулы чемпиона России, кандидата в интерчемпионы. На международной выставке в Нижнем Новгороде он стал лучшим ветераном породы и третьим в категории ветеран выставки. Самое главное, конечно, нужно любить своего питомца, это в первую очередь. Они чувствуют, когда их хозяин любит и отвечают ему тем же. Порода эта серьезная, в общем, иногда приходится и где-то с ним быть построже. В такой специальной стойке цверкшнауцер по кличке Вика может простоять долго. Она опытный участник престижных выставок для собак. Ей 2 года, а это самый оптимальный возраст для начала выставочной карьеры. На выставке в столице региона Вика завоевала титулы кандидата в международные чемпионы и лучшего представителя породы. Она очень активная, она очень умная, она очень, скажем так, послушная, она адекватная. Она очень легко возбуждается, но при этом ее очень легко контролировать. У нее совершенно нет агрессии. То есть она любит всех. Вот, и удобно в уходе. Причем, да. То есть она не линяет. То есть эта шерсть отщипывается несколько раз в год. Или можно постоянно ее стрижки держать. И то есть собачка выглядит постоянно вот так вот. Эксперты из Испании, Италии, Франции и Сербии оценили практически 700 представителей различных пород. Участники престижных выставок с каждым годом стремятся завоевывать все более престижные титулы, самый высокий из которых – чемпион мира. Выбирается лучший представитель породы, то есть это лучший представитель, который прям идеально своей породе. Это внешний вид, это здоровье, это характер. По итогам международной выставки делегация из Сарова завоевала сразу несколько престижных титулов. Лучший представитель породы, лучший ветеран и кандидат в международные чемпионы. Впереди у кинологов и их питомцев выставки в Москве и выход на европейскую арену. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.